Привет, ребята! Часто ли у вас бывает такое, что когда вы заходите поиграть в свой любимый кар-паркинг, покататься, отдохнуть, вы видите типов, которые жестко наваливают боком, и вы думаете, сейчас я включу дрифт-мод и буду делать так же. Но когда вы включаете дрифт-мод, у вас получается вот такая вот фигня. Не беда, пацаны, все очень просто. Качаем на фул машину и повторяем все за мной. Трансмиссию, подвеску. Подвеску, в принципе, по желанию, главное — выворот. Вот. И центр тяжести ставим. Потом ставим полный привод, врезаемся куда-то и стираем в ноль покрышки. Чтобы не держать газ, можете открыть карту, либо зайти в квадрокоптер. Вот, вы стерли покрышечки, поставили полный привод, первую передачу и погнали ловить столбы. Теперь, пацаны, вы сможете на профессиональном уровне ловить столбы и давать жесткого угла. Я думаю, за такое можно подписаться, оставить комменты, влепить лайкосик.